Всем привет! В сегодняшнем видео хотелось бы рассказать о предметах, которые якобы должны облегчить нам жизнь повседневную, да? То есть вещи, которые мы делаем каждый день, и есть приспособления, которые якобы должны нам облегчить данную работу. Вот давайте разберемся, действительно ли это так. Вот первый предмет. Это яблоко-резка. В магазине их достаточно большое количество. Вот в том магазине, в котором я была, их было 3 вида. Что я могу сказать про этот предмет? Действительно, это очень хорошая вещь, я рекомендую. Видела в интернете, что есть такие же штуки для нарезания арбуза. Не знаю, насколько они действительно хороши в работе, да. Но вот, например, яблоко-резка, да, это действительно хорошая штука. Очень легко нарезать яблоко. Единственный вопрос, насколько большое это яблоко, диаметром, да, каким. То есть, ну, самые большие яблоки, конечно, ей тяжело резать, мешают бортики. Но вот обычные стандартные яблоки – это действительно полезная штука, облегчает намного работу. Например, утром я нарезаю яблоки для того, чтобы сделать сок, и сердцевинка остается здесь в центре, и получаются такие дольки. Действительно, вещь полезная. Рекомендую ее купить. Следующий предмет – это яйцерезка. Но я думаю, многие уже пользуются такой штукой. Тоже считаю, что вещь полезная. Есть еще, ну, бывают такие просто для самой нарезки, да, то есть без самой формочки для яйца. Ну, я думаю, разницы особо нету. Вещь полезная. Следующий предмет – это штука для нарезания лука. Как-то нечаянно я ее увидела в магазине, решила купить. Что могу сказать? Действительно, когда мы нарезаем лук, есть такая проблема, когда, ну, он начинает рассыпаться, его очень неудобно нарезать. Вот эта штука, она действительно облегчает работу, да, особенно если нужно нарезать лук для, например, домашней лапши. Нужно, чтобы он был нарезан очень мелко, и чтобы вот как раз эти дольки не рассыпались. Вот. Она облегчает работу, не рассыпается, действительно очень легко нарезать. Единственный минус в том, что, вот, например, я заметила, не всегда я ей пользуюсь. Обычно забываем ей пользоваться, да, достать ее, чтобы нарезать лук. То есть проще быстренько нарезать ее ножом и особо не заморачиваться. Вот. Но если действительно лук нужно нарезать мелко, эта штука полезная. Главное про нее не забывать. Следующее – это контейнер для лимона.
Нужно ли это вот для дома? Ну, таких я еще видела, кстати, контейнеры есть для сыра, для колбасы. Пока я купила для лимона. Единственный минус – это пластик. То есть хранить лимон в пластике, наверное, это не очень, да? Но такую штуку я приобрела. В принципе, она полезная. Нарезаешь лимон, и он здесь аккуратненько лежит дольками. Ну, так смотрится очень эстетично, да? Вот не знаю, как насчет колбасы, действительно, и сыра, да? Например, сыр мы обычно заворачиваем либо в пищевую пленку, либо в пакет, да? И тем самым он не заветривается. Вот не знаю, насколько это сработает, если мы положим в такой контейнер. Опять же, заворачивать в пищевую пленку, а потом ложить в контейнер для сыра, ну, как бы, какой смысл? Если просто ложить в контейнер сыр, ну, вот я не знаю, не покупала, и действительно, заветривается ли он в этом контейнере. Если вы уже покупали, да, напишите в комментариях, действительно, полезна ли эта вещь. Ну, например, вот лимон я нарезала дольками и ложила вот в такой контейнер. В принципе, он не засох, все нормально и очень так эстетично выглядит. А еще одна вещь, которая, я считаю, тоже очень полезна, это подложка, да, такая под вилочки, ложечки, когда мы готовим. Она должна лежать где-то возле плиты. И мы сюда, как правило, должны положить грязную ложку или вилку. Действительно, эта вещь полезная. У меня такая была пластиковая, но она мне вообще не понравилась. Ну, во-первых, внешне она выглядит не очень. А во-вторых, ну, опять же, это пластик. Это вот керамическая. И она действительно полезна, потому что обычно грязные ложечки, да, когда мы готовим, хочется куда-то положить, на стол их класть. Ну, это будет очень так некрасиво смотреться, образуются пятна на столе. Это очень легко помыть и выглядит очень красиво. Так, еще одна штука такая. Тоже давно хотелось покупить. Это такая ванночка под губку. Стоит она рядом с раковиной. И я считаю, тоже очень полезная вещь, потому что губку мокрую, ну, обычно она такая влажная, да, хочется куда-то положить. А здесь очень так смотрится хорошо и действительно вещь полезная. Следующее. Это такая баночка, купила совсем недавно, под мед. Такая же баночка была еще и под варенье. Тоже, мне кажется, стоит приобрести. В чем плюс? Во-первых, это стекло. Во-вторых, ну, обычно у нас мед, да, стоит в банках где-то. Просто его поесть, это нужно обязательно куда-то налить. Если мы наливаем в блюдце, то если чуть-чуть не доели, то оно засыхает, да? Ну, то есть, ну, во-первых, прилипает все что-то, да, к нему. Ну, то есть, очень смотрится некрасиво. Это баночка под мед. Во-первых, здесь есть ложечка. Так, сейчас. Есть ложечка специально для меда. Есть крышечка, то есть это закрывается. Сама ложечка, она вытаскивается, то есть если вы хотите, вы можете закрыть, и туда ничего не попадет, да, в мед. Если вы хотите покушать мед, то специальная ложка для меда, она уже там есть. Смотрится очень аккуратно, всегда стоит на столе. То есть для этого не надо будет доставать банку и наливать куда-то мед отдельно, а еще хуже вытаскивать мед ложкой из банки. Вот это маленькая баночка, очень смотрится аккуратно. Для варенья была такая же баночка, тоже хочу купить. Но там обычная ложечка, то есть если здесь ложечка для меда,
то там ложечка обычная тоже смотрится очень аккуратно. Тем более, если есть детки маленькие, да, мне кажется, это прям очень красиво для них будет, им понравится. Следующая вещь — это силиконовая ложечка. Для чего я вообще купила? Я готовлю тирамису достаточно часто, и когда мы делаем крем для тирамису, нежелательно пользоваться обычной вот такой вот железной ложкой. Нужно, чтобы это было либо деревянная, либо силиконовая. И достаточно часто, да, мешает тесто или крем, нужна такая ложечка. Но вот купила я ее и вот не совсем понимаю. Во-первых, она маловата в размере, мне кажется, есть такие побольше. Во-вторых, здесь предусмотрен крючок. Как я понимаю, это для того, чтобы, то есть мы делаем тесто, да, или крем, и крючком цепляем за тарелку. Вот, к примеру, мы помешали крем, вся ложка, вся вот эта силиконовая палочка, она будет в крему. Я так понимаю, крючок предназначен для того, чтобы мы не... То есть сама силиконовая ложечка не лежала в крему. Хорошо, но она уже, мы если ей мешали, да, она вся в крему. Зачем этот крючок? То есть крючок в крему мы вешаем вот так вот ложечку. И какой смысл от этого крючка, вот вообще не понимаю. Я даже, наверное, его возьму, обрежу. Просто вообще настолько бестолковая вещь. То есть если вы покупаете силиконовую ложечку, уж явно крючок, он здесь лишний. Потом, когда крем, да, мы хотим брать с силиконовой ложечки, да, то есть мы легко можем его снять с самой ложечки, но так как тут крючок, крема много остается за крючком, и вообще не очень удобно, вообще не понимаю, зачем он здесь, поэтому, сама ложечка вот такая силиконовая, она полезна, но она должна быть без крючка, на мой взгляд. Так, следующая штука — это такая вот пластмассовая нарезка для нарезания огурца. То есть считается, что огурец у нас будет в виде спиральки такой нарезан, да? Вот, на упаковке смотрелось это очень красиво, я ее купил. Для мой взгляд, во-первых, я не сразу поняла, как нужно, куда вставлять огурец. Вот, потом все-таки поняла, что он вставляется вот в эту штуку пластиковую. И дальше должна выходить спиралька такая. Якобы нарезание огурца для красоты. Во-первых, огурцы мы обычно нарезаем на салат. Я делаю салат практически каждый день. И вот в итоге могу сказать, что я забываю про то, что у меня есть такая нарезка. Два раза я про нее вспоминала. Первый раз не совсем поняла, как это работает. Второй раз я все-таки сообразила, как это должно работать. То есть за все время вспомнила про нее только два раза. То есть мы часто забываем. Во-вторых, мы обычно нарезаем быстренько огурец обычными дольками. То есть спиралька в салате, от нее нет смысла. Если это нарезать для красоты, то знаете, что я скажу? То ли я это делаю неправильно, то ли, не знаю,
У меня получается, во-первых, очень много сока с огурца. Во-вторых, спиралька получается не совсем красивая. То есть, ну, то ли вот эта вот нарезка, да, ну, тяжело нарезается ей огурец, и в итоге получается, что весь, ну, больше я сока выдавила с огурца, чем нарезала спиральку. То есть я считаю, что эта вещь, ну, абсолютно бестолковая. Вот. Наверное, по предметам для кухни, которые облегчают нам жизнь повседневную. Наверное, все. Спасибо за внимание. Смотрите видео, оставляйте комментарии. Может быть, действительно, вот нарезка для огурца, вы лучше разбираетесь, как она работает. Напишите тогда мне. Спасибо.